Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и сегодня я снимаю ответы на вопросы для подписчиков, третью часть. Вопросов очень много, их больше 20, они все очень объемные и разнообразные. Параллельно идет трансляция в Перископе. Ребята, всем привет. Сейчас почти 3 часа ночи, но 20 человек онлайн у нас есть. Мне интересно попробовать такую историю, потому что я... Как обычно, я не читал вопросы, я просто их пролистал, увидел, что их очень много. Я не вчитывался вообще практически ни в какой. Поэтому это сейчас будет так очень экспромтом, да и интересный опыт. Тот ролик, который я запишу, он будет выложен на канал с этой видеокамеры, с фронтальной. А с этой видеокамеры ребята будут смотреть его в Перископе, либо в записи, в архиве, либо сейчас онлайн, если кто-то не спит. Обращаясь к зрителям Перископа, ребята, вы попали на трансляцию записи видеоблога, называется он канал Невроза Мегаполиса, меня зовут Алексей. Я буду отвечать сейчас на вопросы подписчиков по неврозам, паническим атакам, депрессиям, фобиям, навязчивостям и так далее. В общем, я решил включить Перископ, чтобы вам было интересно видеть, как я это записываю. Ну, чтобы вы видели, что нету никакого монтажа, что на самом деле я записываю, с первого дубля, несмотря на всякие вот такие штукенции, которые могут происходить. Видите, тут у меня, в общем, неполадки некоторые. Да? Как же вас развернуть? Вот так, окей? Ну что же, поехали, не будем тогда отвлекаться, у нас впереди много работы. Начинаем. Первый вопрос пользователь, которого зовут Эдвин. Здравствуйте! Обязательно ли паническая атака должна создаваться человеком только при страхе умереть? А если страх сойти с ума, оценка своего состояния в целом как неадекватного? Отличается ли работа над панической атакой при страхе смерти и страхе сумасшествия? Проверки, перепроверки и так далее. Тут дальше идет много текста. Ну, собственно говоря, вопрос... Мне понятен. Ребят, я не буду читать вопросы, у которых очень много текста размышления, хорошо? Я возьму как бы основную суть вопроса и буду отвечать, потому что вас очень много. Надеюсь, вы не обидитесь, хорошо? Значит, господин Эдвин, суть вопроса, отличается или нет? Нет, не отличается, потому что действительно панические атаки, как пароксизмальный страх сойти с ума, простите, как пароксизмальный страх умереть, или пароксизмальный страх, а вдруг я сейчас сойду с ума, он имеет примерно одну и ту же природу. Как бы это ни было странно, как бы это ни было удивительно, но сама по себе история панической атаки – это испуг. Вот это надо просто запомнить, что паническая атака – это испуг. Основан этот испуг на инстинкте самосохранения. То есть, по большому счету, паническую атаку может получить человек независимо от того, то ли у него застучало сердечко, то ли ему стало там трудно дышать, то ли ему душно, то ли у него закружилась голова, да. На самом деле, или у него пришли мысли в голову, а вдруг я какой-то неадекватный, а вдруг я сумасшедший, а вдруг я сейчас сойду с ума, он испугается. Поэтому вот пользователь Эдвин, собственно говоря, для вас как раз вот такой ответ, что на самом деле технически и практически разницы нету. Паническая атака – это не симптом какой-то болезни, это всего лишь навсего испуг. Многие начинающие, скажем так, люди, которые только столкнулись с этой проблемой, считают, что это автономный приступ, который сопровождает какое-то заболевание. На самом деле это неправда. Есть основная проблема – невротическое расстройство, которое вызывает напряжение. Оно может проявляться в виде потом уже вегетативного напряжения или каких-то навязчивых мыслей. А испугаетесь вы этого или не испугаетесь – это уже дело другое. Так вот, отвечая на ваш вопрос, нет, принципиальной разницы нету. Поэтому, собственно говоря, и терапия будет не особо отличаться, если мы говорим о панической атаке. А вот терапия неврозов, что вызвало напряжение, которое уже вы испугались, она уже будет отличаться, конечно же. Второй вопрос. Странный пользователь. Tranquil. Очень большой вопрос. Я прошу прощения, тоже не смогу его полностью зачитать. Алексей, привет! Огромное спасибо за ваше видео. Пожалуйста. Вы вашими видео очень помогаете в трудные моменты. Для этого канала был создан. Спасибо большое. Спасибо за благодарности. Вопрос.
где вопрос: не могу нормально жить из-за того, что чувствую противоречие по отношению к реальности. И тут идет, видимо, описание, то, как он это видит. Давно еще во время сильной тревоги задумалась, это все-таки девушка, о смысле жизни, проскользнули мысли, раз смысла жизни нет, то и жизни нет. В общем, скорее всего, такие философские размышления о жизни и параллельной реальности, да, как я вижу. У меня пока что одна мысль. Честно сказать, я не очень понимаю суть твоего вопроса. Скорее всего, ты описываешь какие-то философские изыскания о том, в параллельном ли ты мире или не в параллельном. Я не очень знаю, не очень понимаю, как это комментировать. Попробуй перефразировать вопрос более конкретно и без вот этой философии, потому что я не знаю, как это комментировать. Хорошо? Дальше идем. Наталья спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Сложно выразить вопрос, но попробую. Были панические атаки, которые немного поутихли, но иногда дают о себе знать. Это уже интересно. Но вот уже как полгода присутствует состояние, когда организм сам себя вгоняет в состояние, когда крутится голова, замедляется дыхание. Концентрируясь на этом состоянии. Состояние похоже на то, когда перепьешь. Качает, тошнит, вертолеты, только при этом пульс 50. Возникает ощущение, что сама загоняя себя в такое состояние, мыслям есть. Так, давайте немножко разоберемся. Наталья. Во-первых, если у вас были панические атаки, которые немного приутихли, вот эта ваша первая часть вашего вопроса, она уже мне говорит о том, что на самом деле проблема невроза не решена. И, в принципе, она и не решалась. Я думаю, что вы на каком-то этапе смогли получить объяснение некоторого своего состояния, но оно не меняется. Это первое. То, что они приутихли, это ошибка. Панические атаки не могут наваливаться на вас, потом они могут проходить или приутихать, потом возобновляться. Паническая атака, как я объяснял зрителю ранее, это испуг. Да? Это испуг своего состояния, либо своих мыслей, либо своих фантазий, либо своего вегетативного состояния, которое вы доводите до паники. Соответственно, панические атаки не могут приутихнуть, потому что вы либо пугаетесь, либо нет. Ну вот смотрите, вы же не можете сказать: я больше не боюсь этой чашки. Все, я поняла, что чашка не опасна, я ее потрогала, там, полизала, покрутила, там, погрызла, я поняла, что чашка не опасна. Вы же не можете через неделю начать эту чашку бояться вновь. Ну, это невозможно. Вот точно так же примерно с паническими атаками. Если вы поняли, что вегетативное напряжение вам не опасно, если вы поняли, что вегетативная иннервация вас не убьет и так далее, и тому подобное, в том числе касается мысли о сумасшествии, что вы не сойдете с ума и так далее, то, соответственно, вот, они не будут возвращаться в ваши паники, потому что вы не будете себя просто пугать. Поэтому, судя по вашему вопросу, вы просто, ну, скажем так, находитесь на начальном пути вообще понимания сути проблемы. Далее. Дальше вы описываете ваше состояние, где вас кружится, вертится, и при этом пульс 50. Здесь на 100% я не могу ничего о вас говорить, потому что я вас не знаю. Прежде всего, нужно пройти дифференциальную диагностику по вопросу наличия нарушения малого круга кровообращения. Это висцеральная артерия, это кровообращение головного мозга, в том кровообращение в голове, проще говоря, да, посмотреть шейные артерии и так далее и тому подобное. Соответственно, если патологии нет, то это замечательно. Если патологии нет, то, скорее всего, вы описываете общее вегетативное астеническое состояние, присущее при невротическом расстройстве. Концентрироваться на этом нету необходимости, если органических поражений нету. Необходимо работать именно с эмоциональным состоянием невротического характера. Но прежде всего надо отталкиваться от диагностики именно по голове, по шее, по кровотоку. Вот. При этом пульс 50, возможно, вы испытываете именно вот такое астеническое переутомление, которое связано с длительным затяжным неврозом, который, скорее всего, вы еще и не лечили. Далее идем. Иван спрашивает. Здравствуйте, Иван. Вы говорили, что в вашей практике были клиенты, которые избавились от дереализации. Да, верно. Говорил, говорю и думаю, что буду говорить. Их немало. Применяли только психотерапию или в комплексе с упражнениями для устранения симптоматики?
применяли только психотерапии или в комплексе с упражнениями для устранения симптоматики? Каков критерий выхода из реализации заметные изменения восприятия? Вот два вопроса. Спасибо, Иван. Значит, применялась ли только психотерапия? Я действительно работаю в психологической концепции невроза и работаю только с эмоциональным состоянием человека и с его стрессоустойчивостью, с его пониманием многих вещей, которые создают те самые неврозы. По поводу дереализации. Дереализация – это синдром, который указывает нам на очень болезненное отношение с окружающим миром. Как правило, все пациенты с истинной дереализацией на самом деле достаточно нереализованные люди. Они достаточно такие, знаешь, вот нереализованный художник. Это люди творческие, это люди тревожные, это люди, вечно ищущие себя. Это люди, которые никак не могут сориентироваться в жизни. Они либо идут вопреки, либо они постоянно не могут как-то вот наладить контакт с окружающими, с этим миром. И у них возникает вот такое ощущение, что я вообще не в этом мире, я отстранен. И вообще как-то, собственно говоря, я сбоку тут этого мира нахожусь. Вот. Соответственно, именно вот с этой интеграцией человека в эту реальность, в этот мир, и будет основана психотерапия. Поэтому, отвечая на первый ваш вопрос, да, применялась только психотерапия. Никаких упражнений по работе с дереализацией быть не может. Объясню почему. Потому что дереализация – это защитный механизм психики, указывающий на очень сильное тревожное напряжение внутри психики человека. Изменить это может только грамотная и достаточно длительная помощь специалиста по интеграции этого человека в общество, где он будет все-таки реализован, где он все-таки примет для себя определенные решения, внедрит изменения как в мыслительный процесс, так и в поведенческий процесс и так далее. И здесь же у Ивана второй вопрос, по-моему, был. Каков критерий выхода из дереализации? Иван, здесь есть ошибка в вопросе, которая есть ошибка ваша, как я понимаю. Выхода и входа в дереализацию не существует. Существует вход в отношения с окружающим миром. И критерии выхода из этого состояния являются, опять же, ваши изменения к окружающим отношениям в семье, с родственниками, с друзьями, с коллегами, с самим собой, наличием интересной работы, развивающего хобби, семьи, денег, финансового успеха. Многие компоненты именно в жизни, когда вы начнете реализовывать, тогда и само напряжение начнет спадать, и вследствие чего ваш защитный механизм в виде дереализации начнет редуцировать и пропадет полностью. Но только лишь тогда, когда вы поменяете очень многие отношения внутри себя и с окружающим миром. А видите, вот как вот многие ребята из группы дереализации, они, кстати, вот делают акцент именно на «вошел в дереализацию», «вышел из дереализации». Это очень большая ошибка. Они считают, что именно симптом является их проблемой, который вообще никак не связан с их отношениями с миром. Дальше идем. Татьяна спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Проблема с бессонницей. Потом, как убрать чрезмерное беспокойство? Проблема с бессонницей. Потом, как убрать чрезмерное беспокойство, перестать тревожиться, бояться, какая работа должна быть над собой. И вроде все понятно, когда смотрю ваши видео, но в то же время сложно поменять свое мировоззрение на жизнь. А, конечно, сложно. Хотя понимаю, что нужно... Хочется сказать, очень душевно располагающийся человек, спасибо за теплые слова. Давайте попробую разобраться в вашем вопросе. Проблема с бессонницей. Потом, как убрать чрезмерное беспокойство и перестать тревожиться. Значит, Татьяна, вы задаете такие фундаментальные два вопроса. Значит, по поводу бессонницы. Кстати, там поставили несколько лайков. Как я понял, тема бессонницы популярна. Особенно у зрителей канала, у зрителей Перископа, кто смотрит сейчас трансляцию в прямом эфире. Вам еще раз всем привет. Привет, ребята. Привет. Ходите, давайте сейчас я... Поставьте сейчас сердечки, вы войдете в историю канала. Давайте, вот смотрите. Видно, нет? Вот это онлайн-перископ. Вон там ребята сидят, шпарят лайки. Да, спасибо вам всем большое. Вы вошли в историю канала «Невроза Мегаполиса». Смотрите потом это на канале в YouTube. Значит, Татьяна, по поводу бессонницы. Бессонница является последствием очень сильного внутреннего напряжения. И это напряжение всегда связано именно с тем,
что происходит в вашей жизни определенные обстоятельства, по которым вы себя тревожите. Человек, который находится в состоянии тревоги, не может расслабиться. Соответственно, у него и со сном будут проблемы. Он будет рано просыпаться или плохо засыпать. Он будет вздрагивать. Сон его будет прерывистым, будет тревожным сном. Почему? Сны будут достаточно такие тревожные тоже, да, страшные порой. Потому что, во-первых, расслабиться нельзя, потому что внутреннее напряжение по поводу каких-то обстоятельств. Во-вторых, во время сна полезут из психики, из бессознательного те страшилки, которые на самом деле будут преломляться, всякие там образы, они будут вас пугать. И вы будете еще и, скорее всего, возможно, рано просыпаться и невозможно уснуть, потому что уже как бы организм в стрессе, он пытается куда-то бежать. Ему кажется, я поспала только час-полтора, а уже надо куда-то бежать, что-то делать, что-то менять. Поэтому бессонница, естественно, достаточно частое сопровождение невротических расстройств. Это частое явление. Вот. По поводу, как менять свое мировоззрение. Здесь вопрос очень широкий, и самому справиться с этим невозможно. А чтобы поменять, как вы говорите, ваше воззрение или мировоззрение, необходима системная работа над собой – с консультантом. Для этого необходимо где-то 5-15 встреч, то есть 5-15 часов, если по часу, после которых уже можно говорить о том, что вы начинаете видеть результаты определенные. Вот так просто с кондачка поменять ваше мировоззрение невозможно, просто потому что вы захотели. Поэтому, судя по вашему письму, вам нужно заниматься с когнитивно-поведенческим психотерапевтом, заниматься системно и серьезно. Далее идем. Спрашивает, как пользователь, не знаю, Майя, Мава. Ребята, у вас иногда такие интересные ники, что зашатаешься. В общем, спрашивает человек. Слушай, извини. Ник читается как Маша. Великолепно. Она мне подсказала. Спасибо большое. Здравствуйте, Маша. Вот, кстати, как насчет дереализации? Опять, да? Вот мне интересно. Вот, кстати, вот мне интересно. Уже хорошо. Из нее выход быстрый, день недели, или постепенно все прояснится? Маш, я ответил уже на этот вопрос. Проблема не выхода и входа в дереализацию. Проблема в том, что у тебя есть проблемы с отношением с окружающим миром. И тут не надо работать над входом и выходом в дереализацию. Надо работать над отношением к работе, к родственникам, к окружающим. Я это уже все говорил. Посмотри выше, хорошо? Татьяна спрашивает. Здравствуй, Татьяна. Что с твоей точки зрения характеризует человека как личность? Ты много говоришь о том, что мнение других о нас характеризует, не характеризует. Так, еще раз. Что с твоей точки зрения характеризует человека как личность? Ты много говоришь о том, что мнение других о нас не характеризует нас. Так. У меня есть свой ответ, но я хочу услышать от тебя. Странное влияние происходит, когда я задаюсь вопросом по поводу рациональности своих мыслей и поступков. Я представляю, как ответил бы ты на мой вопрос, и тогда вопрос отпадает. Так, понятно. Что-то я не совсем уловил. Ну, наверное, я возьму за первую часть вопроса. Что с твоей точки зрения характеризует человека как личность? Точка. Вот это, наверное, главный вопрос. Дальше в комментарии. Ты много говоришь о том, что мнение других о нас не характеризует нас. Действительно, мнение человека о тебе – это его личное мнение. И, собственно говоря, мнений может быть очень много. Кому-то нравится канал «Невроза Мегаполиса», кому-то не нравится. Кому-то я нравлюсь, кому-то я не нравлюсь. И это не характеризует меня как человека, как личность. Это вкус, это предпочтение. Твой вопрос заключается в большей степени в том, что с твоей точки зрения характеризует человека как личность. Я думаю, что человека как личность характеризует, наверное, качество его жизни, довольство его жизнью, насколько он вообще сам доволен тем, что он делает. Сложный такой-то вопрос задаешь, что с твоей точки зрения характеризует человека как личность. Я думаю, что здесь очень будет много ответов. Потому что для кого-то, понимаешь, если мы возьмем, например,
ребят, которые сидят в тюрьме, такую воровскую жизнь, то по их понятиям характеризует человека там определенная жизнь по определенным понятиям и определенным правилам, да. Другой человек в обычной такой мирской жизни, он немножко по-другому характеризует кого-то. То есть, Тань, я думаю, что тут вопрос в том, что каждый уникальный человек имеет свои убеждения, и для него характеристики человека будут всегда, характеристики личности будут уникальны. Если ты задаешься именно ко мне вопросом, что с моей лично, с точки зрения Алексея Красикова, характеризует человека как личность, то для меня в личности важны такие черты характера, как трудолюбие, целеустремленность, результат, усидчивость, гармонично развитая жизнь в виде отношений, друзей, финансов, работы, здоровья, хобби, наличие сексуальной жизни и удовлетворенности. То есть для меня характеристика человека – это больше такие вещи, которые можно применить на благо людям, на благо окружающим и так далее. То есть, ну, наверное, так. Не очень разобрался в твоем вопросе, если честно. Валентина спрашивает. Добрый день. Как избавиться от суеты и что стоит за ней? Делая банальные вещи, испытываю суетливость, не могу быть спокойной. Как будто мысли, эмоции бегут впереди паровоза. Угу. Как избавиться от суеты и что стоит за ней? Валентин, ну я вас не знаю, но я из своего опыта могу предположить, что обычно, когда человек суетится и старается все сделать, он бессознательно спешит, либо старается сделать хорошо. Возможно, вы говорите о неврастении. Да, возможно, вы стараетесь сделать все хорошо, вы стараетесь сделать все идеально, правильно, вы стараетесь сделать все успеть. Вы такой человек-перфекционист, да, и поэтому вы к какому-то действию прилагаете очень много эмоционального такого компонента под названием «я должна сделать хорошо, быстро, правильно, а то вдруг не получится, а то у меня еще дела», и вы начинаете суетиться. Задайте себе несколько вопросов. Когда вы начинаете суетиться, остановите себя и уточните, а куда я сейчас спешу, а что я боюсь сделать. А что будет, если я сейчас остановлюсь? О чем я буду думать? И вот здесь вы найдете некоторые ответы на ваши вопросы. Потому что я вас не знаю, но, скорее всего, вы либо перфекционист, который хочет все сделать идеально, либо вы просто спешите, чтобы многое успеть. Конечно, это истощает, конечно, это вызывает огромное напряжение, потому что, скорее всего, мы говорим о хронической такой неврастении. Далее идем. Евгений спрашивает. Почему при работе над собой, при улучшении дел в бизнесе, может вновь начаться ипохондрический синдром? Как над этим работать? Доказывает, что может ничего не получится, и ничего это... Доказывает, что может ничего не получиться, и ничего это не доказывает о тебе как о личности. Почему при работе над собой, при улучшении дел в бизнесе, может вновь начинаться ипохондрия? Хорошо. Смотри, если ипохондрия является защитным механизмом, отвлекающим, то, скорее всего, при улучшении дел в бизнесе ты либо боишься, что что-то пойдет не так, либо ты испытываешь какую-то параллельную сферу, в которой есть напряжение. Если есть все-таки ипохондрические механизмы о болячках, а то у меня там болит, а то у меня там болит, а то у меня там болит, то здесь либо отношение к бизнесу достаточно тревожное, либо есть еще какие-то сферы жизни, которые вызывают напряжение, а ипохондрия является отвлекающим таким моментом, чтобы снять это напряжение, переключившись на именно поиск в себе каких-то заболеваний. Поэтому здесь надо проанализировать и подумать о том, не боишься ли ты потерять эти улучшения в бизнесе, которые ты получил, и посмотреть, какие еще сферы жизни могут вызывать твое беспокойство.
Дальше идем. Ирина спрашивает. Как платить из Италии? Очень хочу купить ваши вебинары. Как можно проходить с вами терапию? Это очень просто. На сайте Без Невроза ТВ есть раздел «Магазин». Вы сначала списываете со мной через почту или звоните по телефону. Мы подбираем вам время. Вот. Вебинар вы можете приобрести картой, оплачивая в интернет-магазине канала «Без невроза ТВ». Вот. Личную терапию вы сначала согласовываете по времени, а затем оплачиваете также картой через сайт. Проблем никаких нет. Мария еще раз спрашивает, другая уже. Здравствуйте. Добрый день. Точнее, ночь. Подскажите, пожалуйста, что делать с повышенным чувством вины? Оно у меня везде и всегда. Не хочу никого обидеть, но есть ситуации, например, конфликты с людьми, где в итоге себя чувствую виноватой. Вопрос, почему вы не хотите никого обидеть? У меня вот первый, как у когнитивного терапевта, возникает такой вопрос. Почему вы не хотите никого обидеть, Мария? Да? Подскажите, пожалуйста, как же с повышенным чувством вины? Конечно, чувство вины, как одно из базовых убеждений Аарона Бека, да, оно мешает нам принимать решения, мешает нам быть конкурентоспособными на работе. Оно мешает нам выражать свою точку зрения, отстаивать свою точку зрения. Порой мешает коммуникации в среде и зачастую является одной из главных причин неэффективной, неуспешной жизни. За чувством вины, безусловно, стоит определенные детские отношения, в которых сформировались определенные убеждения. И, как правило, Мария, это проблема самооценки. Это проблема самооценки, что я по умолчанию виновата, или я буду по умолчанию виновата, если что-то произойдет. И здесь на помощь приходит рациональная терапия, которой задачей является научение вас диспутировать со своими собственными убеждениями, а действительно ли я буду виноватой. А даже если я кого-то расстрою, а точнее кто-то расстроится от того, что я скажу или сделаю, насколько я несу ответственность за то, что этот человек примет решение расстроить сам себя. Ну, например, вы мне сказали: «Красиков, ты идиот», и я расстроился. И у вас чувство вины, что я расстроился. Но если посмотреть механику, то на самом деле мы увидим следующее. Вы мне что-то сказали, я эти слова воспринял как неприемлемые, как обидные, как неправильные. И что вы не должны были мне так говорить. И я обидел себя тем пониманием ваших слов. Виноваты ли вы в том, что я принял решение себя обидеть от того, что вы сказали, свою позицию или свое мнение? Вы не виноваты вообще. Это моя проблема, что я воспринял ваши слова таким образом. Соответственно, вот примерно в таком ключе в когнитивной терапии мы будем работать над базовым чувством вины. Далее идем. Па-па-па-па-пам. А, Татьяна еще раз спрашивает. А еще, Алексей, как перестать стесняться быть уверенным в себе? Как перестать стесняться быть уверенным в себе? Но здесь у меня вопрос к вам такой. Что вы будете думать о себе, если вы будете в себе уверенным? Скорее всего, вы будете думать примерно так. Если я буду уверенный в себе, то что? То что люди подумают? Как перестать стесняться быть уверенной в себе? Вы только вдумайтесь в этот вопрос. А как перестать стесняться... Подождите, может быть, я неправильно понял? Как перестать стесняться, запятая, быть увереннее в себе? А, прости, пожалуйста, я неправильно прочитал. Видишь, я уже засыпаю. Как перестать стесняться и быть увереннее в себе? Ну, это примерно то же самое, что я сейчас Марии отвечал. Стеснение и неуверенность в себе – это последствия. Это последствия того мышления, которое ты исповедуешь всю жизнь. Ну, например, если я совершу ошибку, это ужасно. Или, например, если они меня осудят, я плохая. Или они не должны увидеть мое напряжение. Или они не должны увидеть, как я нервничаю. Или
А вдруг у меня не получится, и это докажет, что я глупая. Вот примерно такие убеждения на самом деле будут вызывать у тебя и стеснение, и неуверенность в себе. Поэтому ответ, опять же, работать системно с когнитивным психотерапевтом. Дальше идем. Елизавета спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Огромное спасибо за вашу работу. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Что можно сделать с заниженной самооценкой при жестком отношении отца и его открытой нелюбви? Ну, над самооценкой можно работать. Можно работать над убеждениями, которые эта девочка получила. Скорее всего, эта девочка получит убеждение, что она по умолчанию дерьмо, любить ее не за что, звать ее никак. И она всю жизнь будет либо доказывать, что она сильная и умная, и вообще имеет право на жизнь и право на любовь. Поэтому я бы работал с этой девочкой именно с стратегической задачей, чтобы она первая полюбила, научилась любить себя и уважать себя. И как только эта пациентка сможет уважать и любить себя, ее самооценка начнет естественным образом потихонечку повышаться, а дальше, работая над убеждениями, мы сможем уже справиться с дальнейшей проблемой. Поэтому, коротко отвечая на ваш вопрос, работать с самооценкой, но именно в концепции «меня можно любить такую, какая я есть, без каких-то стратегических заслуг», а то, что папа так ко мне относился, вот здесь нужно будет кое-что в терапии обсудить. А действительно ли поведение отца характеризовало вас как личность? Вот этот важный такой момент, потому что папа – это обычно невротик, который имеет право на свой невроз, на свои проблемы. И если он принимал решение относиться определенным образом к своей дочери, это не характеризует дочь как человека. Но ребенок научился понимать это именно так. И вот здесь, конечно, будет много работы. Инна спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Спасибо за вашу работу. Пожалуйста. Вопрос. Почему я быстро устаю от общения, даже если оно приятное? И как научиться быстро переключаться и отходить от впечатлений? Как избавиться от лишней впечатлительности? Так, давайте постепенно. Спасибо. Вопрос. Почему я быстро устаю от общения? Мне так нравятся вопросы. Они, как, знаете, как будто я бабка Ванга. Я же с вами не знаком. Вопрос, почему я или почему у меня, вызывает у меня гомерическую улыбку внутри головы. Если юморить, то я без понятия, почему у вас. Но если смотреть с профессиональной точки зрения, я могу сказать лишь возможно, не знаю. Обычно люди устают от общения, когда они к этому общению преломляют слишком много эмоций, когда они преломляют слишком много тревоги. Даже если оно приятное, вы просто, возможно, не тестируете того мыслительного процесса, который создает у вас на самом-то деле напряжение. Ну, например, вы, опять же, должны всем понравиться, или вы должны следить за тем, как вы говорите, или вы должны произвести хорошее впечатление, или вы должны держать марку, или делать вид, что вам нравится. В общем, так или иначе, вы в общении найдете определенное отношение к общению, либо предъявление требований к себе, либо какой-то общей ситуации, либо к человеку, что создает напряжение. Дальше вы спрашиваете, как научиться быстро переключаться и отходить от впечатлений. Здесь ответ такой. Задайте себе вопрос. А какими мыслями я все еще впечатление гоняю у себя в голове? Например, что-то произошло вчера, и я принимаю решение все еще об этом думать. Вопрос зачем? Что тебе это дает? Что ты получаешь от того, что ты постоянно это думаешь? Да? Здесь такой маленький секретик, что ты гоняешь в голове только то, к чему ты относишься слишком эмоционально. Если ты снизишь градус эмоций к тому, что произошло с помощью когнитивной терапии, то и гонять в голове ты это перестанешь. Далее идем. Ксения спрашивает, как пережить и принять смерть близкого человека?
Принятие смерти близкого человека в клинической психологии разделяется на несколько этапов и осуществляется либо с помощью информирования пациента об этом, либо с помощью сопровождения психолога и клинического психолога и психотерапевта. Существует несколько этапов проживания потери. Первый этап, я не помню сейчас, как они научно называются, но я расскажу вам просто основную концепцию, хорошо? Суть заключается в том, что в норме психика проживает потерю человека за полгода. В норме. Именно поэтому полгода мы не вступаем в наследство по закону. Потому что принято считать, что полгода психика находится в неком проживании горя, и в этот момент человек может находиться под впечатлением эмоций и принимать не очень правильные, взвешенные решения, о которых потом может пожалеть. Поэтому принято дать ему полгода на адаптацию и потом уже принимать решения, связанные с имуществом, там, наследством и так далее. Так вот, этапы. Первый этап возникает тогда, когда человек узнает только о том, что случилось. Тут может включиться отрицание, то, что он в это не верит, это вообще не произошло, это ошибка и так далее. Второй этап возникает тогда, когда человек убедился в том, что это действительно случилось. Здесь может тоже возникнуть либо реактивная злость, либо реактивный кататонический ступор. Опять же, включится отрицание, что нет, этого быть не может, это не она, это не он, это вообще сон и так далее. Третьим этапом является то, что человек начинает потихонечку осознавать, что это действительно произошло, и осознавать, что это действительно факт, и как к этому теперь относиться. И следующим этапом будет являться такое смирение и принятие, то, что да, действительно это произошло, я это принимаю, я смиряюсь с тем, что произошло. И последним этапом является отпускание этого человека, отпускание этой ситуации. На каждом из этапов этого процесса могут происходить определенные затыки или зависы. В основном человек получает, ну, в популярности, в популяции, в основном люди зависают на этапе отпускания, на самом последнем этапе, да, когда человек просто говорит: «Я понял, что это случилось, я понимаю, что это факт, но отпустить это я не могу». Если более полугода человек плачет и вспоминает, показана психотерапия. Если полгода еще не прошло, пускай плачет, пускай проживает. Достаточно говорить об этом, достаточно сопровождать человека в этом состоянии и так далее. Но тут такие некоторые нюансы нужно уточнять. Но в целом этапы вот такие. Принятие, осознание, смирение, принятие, отпускание. Дальше идем. Александра. Ребята с Перископа, а вы здесь? Как у нас там дела идут? Тут у нас трансляция. Александра спрашивает. Нормально, сердечки вижу, прикольно. Кому-то хреново, кому-то гуд. Окей. Александра. Спрашивает. Могу ли я ухудшить свое состояние переживаниями? И можно поподробнее про страх смерти и боли. Могу ли я ухудшить свое состояние переживаниями? Конечно же, собственными переживаниями вы можете нанести себе, ну, скажем так, лишний дискомфорт, что часто и является. Люди вообще любят себя поистязать с переживаниями. Они принимают решение начать переживать, беспокоиться, тревожить себя. Собственно говоря, с этим я и работаю. Ухудшить свое состояние, смотря что ухудшить. Что вы имеете в виду? Не совсем понимаю. Можно ли поподробнее про страх смерти и боли? Нет, нельзя, потому что здесь надо понимать, что вы имеете в виду под страхом смерти и страхом боли. Надо задать много уточняющих вопросов. По поводу страха смерти, ну, могу вам коротко сказать, что в основном люди боятся смерти, исходя из трех категорий. Первая категория – мы боимся, что нас там накажут, и это некие религиозные нюансы, или то, что я не знаю, что меня там ждет. Это первый вариант. Второй вариант – вы боитесь, что ваша смерть
причинит боль и страдания окружающим людям, и там ваши дети останутся без кого-то, родители там будут переживать или еще что-то произойдет. И третье – это то, что вы не успеете реализовать сверхценные планы, сверхценные идеи, сверхценные амбиции, которые вы себе отметили. Вот, как правило, вот эти три аспекта, они будут являться фундаментальными. Дальше идем. Булат спрашивает. Кстати, врач. Привет, Булат. Стремление побыть в одиночестве ближе к вечеру, о чем говорит? Ты знаешь, по-разному. Мы будем с тобой разбираться более детально, поскольку ты только пришел в группу и начинаешь занятия. Но стремление побыть в одиночестве, во-первых, это нормальное стремление. Это первое. Любой человек имеет право и желание побыть в одиночестве в течение дня или в течение жизни. Это нормально. Во время этого процесса человека часто идут внутренние процессы развивающие. Это хорошо. Поэтому я бы не видел бы в стремлении побыть в одиночестве ближе к вечеру какой-то патологии, прежде всего. Если говорить то, о чем это говорит о том, что ты размышляешь. Возможно, ты ведешь диалог с самим собой. Либо ты устаешь от того, что в течение дня ты делаешь, и устаешь от людей, тебе хочется побыть одному. Устаешь от того, от той роли, которую тебе надо играть в семье или в обществе, и тебе из этой роли хочется выпрыгнуться и побыть в одиночестве таким, какой ты есть. Вот куда-то вот сюда, где-то там будут ответы именно про тебя, как говорится. Еще раз Евгений пишет. Привет. Недавно отловил мысль, а если стану гармоничным и успешным, то буду бояться все потерять. Во-во-во-во-во. Это вот как раз то, о чем я тебе говорил. Потому давно живу в стратегии подсознательно, делаю все, только бы откладывать стремление к успеху. В чем вопрос? А я ответил на твой вопрос уже. По поводу вопроса, если ты это понял, я боюсь все потерять, то тут вопрос терапии идет следующим. А что будет, если я все потеряю? То есть терапевтически ты должен быть готов к тому, что ты можешь действительно все потерять, тебе придется все начать сначала, и как ты к этому будешь относиться? Если ты рационально сможешь принять самое худшее, да, действительно, я могу потерять многое, я могу начать все сначала, у меня может не пойти бизнес, я могу разориться. Тогда я буду действовать так-то, так-то и так-то, и думать буду так-то, так-то и так-то. Вот тебе ответ на твой вопрос. Спасибо. Регина спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Спустя год после первого приступа панической атаки начинаю бояться повтора, особенно в жаркую погоду. Как перестать себя накручивать, не могу это с этим справиться. Регина. Регина, наверняка этот ролик смотрит одна из моих клиенток и ребята из группы «Четверг». У меня в группе «Четверг» есть девушка. Я, к сожалению, не помню, как ее зовут. Она пришла пару недель назад в группу и заявила о своей проблеме, о том, что она боится выходить на жару, боится заниматься в душных помещениях, потому что энное количество времени назад у нее в Турции когда-то на жаре случилась первая паническая атака, и это зафиксировалось, теперь при жаре ей плохо и страшно и так далее и тому подобное. Вот. Прошло два занятия, она уже не испытывает таких проблем. Вот у меня есть там живые свидетели, кто там может прокомментировать, поставьте это комментарии в YouTube, напишите, или ВКонтакте. Ребята из группы, там 10 человек, живые свидетели этому. У нее нет панических атак, она ходит на жару, она ходит в сауну, она ходит в тренажерный зал душный, у нее нету паники. Что с этим делать? Есть ряд упражнений, которые представлены в том числе на канале «Невроза Мегаполиса». Эти упражнения подробно разобраны в дистанционном материале, который называется «Материал для самостоятельной работы». Его можно приобрести на сайте «Безневроза ТВ», прийти ко мне в группу или на личные консультации. Там есть серия упражнений, которые нужно будет выполнить. Но основная задача заключается в том, что жара не является образованием вашей паники. Вы привыкли думать, что жара образует панику, а это не совсем так.
Ваша задача будет использовать упражнение 33 «Провокация, обесценивание», каждый день контактировать с жарой и каждый день выполнять определенные упражнения. А их подробно вы можете найти на канале «Неврозы Мегаполиса» или на материале для самостоятельной работы на сайте «Безневроза ТВ». Татьяна спрашивает. Здравствуйте, Алексей. После панической атаки стала бояться за свое здоровье. Нахожусь в декрете с маленьким ребенком. В голове постоянный страх о том, что со мной что-то случится, а рядом никого не окажется. Здравствуйте, Татьяна. Действительно, это очень классическая проблема. Она очень типичная. После первой панической атаки стали бояться за свое здоровье. Скорее всего, проблема у вас не в панической атаке, Татьяна, и проблема у вас не в здоровье, а проблема у вас в личной жизни. Проблема у вас в личной жизни и в профессиональной сфере. Вообще забывайте про свою паническую атаку, забывайте про свой страх здоровья, это я так утрированно говорю. Поверните макушку к вашим личным отношениям, к вашей карьере, к вашей реализации и вашим страхам остаться одной, страхом, что вам не помогут, страхом, что вы останетесь там с этим ребенком в одиночестве, что вы не справитесь, что вас бросят. Посмотрите правде в глаза вашим личным отношениям и профессиональным отношениям. И именно там вы увидите проблему, которая остается за кадром, а на первый план выходит страх за здоровье, который является защитным механизмом отвлечения. Ну и посмотрите ролики канала «Невроза Мегаполиса», как работать с паникой и со страхом за здоровье. Кстати, рекомендую Татьяне и всем девушкам, у которых вот похожая проблема, не пожалеете 1200 рублей, приобретите вебинар. Он называется «Невроз и личные отношения». Там 3 часа я буду подробно рассказывать именно об этой истории. Приобрести его можно на сайте «Безневроза ТВ» в разделе «Оплата услуг». Или там по ссылкам можно поискать. Это несложно. Там очень подробно я об этом говорю, как именно ваше вот ипохондрическое состояние уводит вас от личной проблемы и какие, собственно говоря, проблемы в личной сфере бывают и как они решаются. Очень технологичный вебинар. Вон ребята ставят лайки. Не пожалейте, 1200, увидите все ответы. Здравствуйте, Анна спрашивает, а как научиться самодисциплине? Я всегда везде опаздываю. Сама этого не хотя, и с близкими из-за этого портятся отношения. Самодисциплина по поводу опаздывания. Ты знаешь, то, что ты опаздываешь часто, постоянно, говорит о том, что... Сейчас, знаешь, я затруднюсь, Ань, сказать... Но я тебя знаю. Ты же у меня в группе заниматься только-только начала, да? И, скорее всего, опаздывание – это будет такой бессознательный посыл, либо говорящий о том, что ты не очень хочешь делать то, что тебе приходится делать, и ты бессознательно как бы пытаешься отсрочить контакт с этим процессом, и поэтому получается, что ты опаздываешь, хотя ты этого не осознаешь. Либо ты устала это делать, либо ты боишься с чем-то сталкиваться. То есть то, куда ты едешь, оно для тебя не является ценным. Потому что когда человек едет на мероприятие или на встречу, которая для него является ценным, интересным, впечатлительным, он вряд ли будет постоянно опаздывать. Поэтому, скорее всего, есть некоторое такое либо страх сталкиваться с какими-то обстоятельствами, либо есть некое нежелание из-под палки, как говорится. Дальше. Ну, будем разбираться с тобой в группе, пока такие мысли у меня из опыта. Дмитрий спрашивает. Алексей, приветствую. Вы говорите, невроз – это мотив. То есть, мое стремление получить любовь – это нормально. И просто нужно не прижимать педаль газа и не стремиться получить ее от всех и вся. Или что-то я недопонял. Дмитрий, в принципе, вы поняли все правильно. Невроз – это... мотивы не знаю. А то, что стремление получить любовь – это нормально, это правда. Любой человек стремится получить любовь. Но именно такие грани стремления получить этой любви
всеобобщающей любви, или что если меня не воспримут с любовью, это ужасно, и именно вот это наносит нам самопоражающий эффект. Поэтому вы абсолютно правильно поняли, что нужно не пережимать педаль газа и не стремиться получить ее от всех и вся. Вы абсолютно правы. Алина спрашивает. Постоянно слышу, что врачи говорят, ВСД не лечится. И это на всю жизнь. Что бы вы сказали таким специалистам в кавычках? И еще вопрос. О чем говорит ипохондрия? Что за сигнал для человека? И, Алина, про ипохондрию я говорил уже много. Еще раз, если вам интересна ипохондрия, приобретите вебинар «Невроз и личные отношения», потому что чаще всего ипохондрия уводит вас просто в сторону от какой-то действительной проблемы в некий поиск а-ля заболевания. Чаще всего в личной жизни. Поэтому рекомендую вебинар «Личные отношения. Невроз». Там и технологии, и все. А по поводу первой части вашего вопроса, постоянно слышу, что врачи говорят, что ВСД не лечится. Что бы вы им сказали? Я бы им сказал следующее. Что действительно они получали образование в Советском Союзе, где им сказали, что ВСД не лечится. Потому что оно правда не лечится. Потому что ВСД – это аббревиатура, обозначающая синдром, как совокупность симптомов пациента на психовегетативные состояния, при обследовании которых не находятся патологии. И медицински они не лечатся, они не нуждаются в лечении. То есть не лечатся не означает, что это неизлечимо. А не лечатся означает, что они не нуждаются в терапии. Вот здесь вы все, в том числе и врачи, очень сильно лоханулись. Слово «не лечится» ВСД обозначает, что оно не нуждается в лечении медицинском. Вот эту ошибку сейчас все поняли. Потому что вегетативная активность нуждается не в медицинском, а нуждается в психологическом лечении или в психологической коррекции. Вот так я бы ответил врачам, кстати, на кафедре здравоохранения в институте медицинском. Я об этом говорил, не так давно выступал с лекцией об этом. Анна спрашивает. Добрый вечер, Алексей. Что делать со страхом остаться дома одна? Задаться вопросом, что конкретно я боюсь, если я останусь дома одной, и работать с теми ответами, которые вы получите. Андрей спрашивает. Добрый день. Мне интересно, ваш Инстаграм – это разве не нарциссизм и самолюбование? А если нет, то в чем разница между нарциссизмом и вашим Инстаграмом? Спасибо большое, Андрей, за вопрос. Прежде всего, здесь надо прояснить, что такое нарциссизм. Есть понятие нарциссическое личностное расстройство. Вы, наверное, имеете в виду именно его. Здесь, скорее всего, вы не очень понимаете, что это такое. Нарциссическое личностное расстройство – это достаточно сложное невротическое состояние, которое в человеке отображается примерно так. Сначала он считает себя очень крутым, офигенным, красивым, идеальным, поймавшим удачу за хобот. И он возносит себя до небес и говорит, я офигенный, я самый лучший, хвалите меня, да, да, да. А потом, буквально через несколько часов или дней, он бьется просто о пол со словами, я дерьмо, я ничтожество, все плохо, это ужасно. Именно вот такие качели от идеальности себя до «я дерьмо» и является нарциссическим личностным расстройством. В моем случае я не могу диагностировать у себя вот чувство, что я дерьмо, и падаю внутрь, и в депрессии нахожусь, и что я там бьюсь головой о потолок со словами «я офигенный». Поэтому нарциссического личностного расстройства я не имею. Если вы имеете в виду селфи в Инстаграме, да, там всякие там вот эти штуки, они не являются диагностикой нарциссизма или нарциссического личностного расстройства. Они являются таким естественным следствием современной жизни, современных социальных сетей, работы блогера, работы разных индустрий. Благодаря этому вы меня нашли, как-то вы задали этот вопрос. Поэтому это скорее современные реалии и выбор человека. Вот. Мой Инстаграм – это просто мой личный Инстаграм, где я
фотографирую себя в каких-то обстоятельствах, пишу что-то своим клиентам. Вот. Поэтому разницу, наверное, я вам сказал, что в чем разница между нарциссизмом и моим инстаграмом. Мой инстаграм – это социальная сеть, а нарциссическое личностное расстройство – это два очень сильных аффекта, сменяющих друг друга. Лена спрашивает. Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если учиться у вас на психолога, то это только лично или дистанционно можно? Спасибо за вопрос. Да, действительно, я начинаю подготовку консультантов, которые будут работать именно с невротическими и тревожными расстройствами. Я буду работать с ограниченным количеством людей. Все будет зависеть от их задачи. И, конечно, это будет дистанционно, через интернет. Это будет как индивидуально, так и в малой группе в 3 человека. Поэтому пишите письма. Я сейчас как раз набираю учеников. Буду обучать эффективных консультантов, чтобы они не тратили деньги и время на изучение того, что будет неэффективно в профессии. А я буду передавать знания именно для того, чтобы ребята были эффективны, начиная с панической атаки, заканчивая самим невротическим расстройством. Далее идем. Алексей, здравствуйте. Вы отвечали на мой вопрос о том, как нужно мыслить, когда сдаешь работу преподавателю. Спасибо вам. Я сдала диплом, напряжение было минимальным. Я следовала вашим советам. Спасибо за помощь, для меня это было важно. Спасибо большое, Даша. Как видите, все достаточно поправимо, все работает. Спасибо за теплые слова. На этом мы заканчиваем сегодняшнее занятие. Спасибо вам большое. На следующие вопросы все получат ответы. Спасибо за то, что вы присоединились ко мне, ребята из Перископа. Вам тоже спасибо, кто ночью смотрел трансляцию. Я, к сожалению, не видел то, что вы там писали, да, но, надеюсь, вам было интересно такой экспириенс. Спасибо вам всем большое. Ваш Алексей Красиков, канал «Невроза Мегаполиса». Вот такой был небольшой блиц. Возможно, я зачитал именно ваш вопрос. Подписывайтесь в группу ВКонтакте, задавайте вопросы, я отвечу их как смогу. Подписывайтесь на канал «Невроза Мегаполиса» в YouTube. Скоро будет много интересного. Не пропустите. Если хотите личные консультации, пишите, звоните. Чем смогу, помогу. Если хотите самостоятельно работать, есть материал, называется «Материалы самостоятельной работы». Он стоит 5000. Там более 50 часов материала и печатные методички. Пожалуйста, работайте. Спасибо вам большое. Увидимся. До встречи. Канал «Невроза Мегаполис», Алексей Красиков. Желаю вам удачи и успехов. Пока.